Привет, ребята, вы на канале GameTV3, и сегодня начинаю проходить игру Distraint Pocket Pixel Horror. Да, имеющихся данных у меня не было. Продолжить. Так, кнопки управления. Я выставил свою человечность на продажу и продал ее. С этого момента моя жизнь погрузилась во мрак. Это моя история. И в ней описаны мои сожаления. Коридор. Это, видимо, наш главный герой. Вот он может тут ходить. Прошу прощения. Я ищу миссис Гудвин. Ее тут нет. Убирайся. Видимо, не та квартира. Так, я так понял, нам найти какую-то квартиру с миссис Гудвин. Вот наш персонаж. Так-то настройки. Понятно. Тут что? Есть кто дома? Кто там? Миссис Гудвин? Нет, она живет по соседству. Спасибо, до свидания. Кто-то же заикается от страха. Я ищу миссис Гудвин. Я пришел по адресу? Нет, проваливай. Так. Готов поглядеть, своя квартира где-то здесь. Ну да. Абсолютно точно. Точно какая-то из этих квартир. Воняет по-моему. Не думаю, что это нужная мне квартира. Тогда остается только вот эта квартира, где заикающийся человек был. Пахнет черничным пирогом. Должна быть нужная квартира. Я же сказала вам, она тут не живет. Мадам, я знаю, что это вы. Впустите меня, пожалуйста. Прошу прощения. Прошу, заходите. Да, хотела спрятаться. Квартира миссис Гудвин. Такая старушка прикольная. Мадам, я знаю. Мне жаль, но я вынужден это сделать, мадам. Можете ли вы дать мне еще немного времени? Я смогу оплатить долг, если вы дадите мне еще одну неделю, прошу вас. Мне жаль. Я не хочу этого делать. Но мне придется произвести арест имущества. Но где же мне жить? Это все, что у меня есть. Мне жаль, мадам. Простите, мне не следует плакать. Просто с этим местом у меня связано столько воспоминаний. Понимаю, мадам. Ох, где же мои манеры? Не желаете ли чашечку чая? Если можно, я бы предпочел кофе. Вот наглый. Хочет забрать меня дома, еще кофе хочет. Ах, конечно, подождите минутку, молодой человек. Не, ну, конечно, вообще наглый. Собирается выгнать старушку из дома, еще кофе. Ну, можно и осмотреться, пока жду. Сейчас мы еще в ее доме лазить будем. Ну, ладно. Походу, он какой-то чиновник. Кресло-качалка, у каждой бабушки такое есть. Так, тут что? Тут какая-то стена. Невидимая. Да? Тут. Сейчас не могу уйти, пусть мне и хочется. Если ему саму-то не нравится, ну шушу. Ага. Свадебное фото мистера и миссис Гудвин. Хотя, мне кажется, она уже вдова. Черт, не следует мне этого делать. Он понимает, что он что-то не то делает. Ух ты, все кровь с потолка льется. Это у него галлюцинации какие-то. Мне жаль, дорогой, боюсь, у меня закончился кофе. Может, предпочтешь что-то другое? Нет, спасибо, мадам. Послушайте, вам придется выехать к концу месяца. Мне очень жаль, мадам. Ну, полагаю, винить мне стоит только себя. Ага, ну, мне нужно уезжать, мадам. Всего доброго. Постойте, молодой человек. Возможно, если мы... Ладно, неважно, дорогуша. Мне пора идти, всего хорошего. Пока-пока, дорогой. Кстати, плачет. Жалко ее. Коридор. Так, мы тут уже были, нам, по идее, к лифту надо идти. Такое интересное оформление игры. Не работает. Хотя электричество все еще есть. Странно. Я просто хочу убраться отсюда подальше. Наверняка это ужасная идея. Ну да, зайти в дом, где была выбита дверь. Квартира 213, гостиная. Тут же была квартира миссис Гудвин.
Ничего интересного. Тут что? Так, дистрайт не поддерживает функцию автосохранения. Для сохранения прогресса используйте пункты сохранения. Отлично, я сохранил свой прогресс. Так, понятно. Тут что? Заперто. Нужен ключ. Ничего интересного. Ничего интересного. Странно. А где ключ? Должен быть ключ. Ух ты. Я бы его выключил, будь на нем выключатель. Человек застрелился. Вот дерьмо, здесь записка. Что посеешь, то и пожнешь. Пошло оно все. Расстроился какой-то дядечка. Квартира 213, кухня. Так, тут что? Тут квартира 213, ванная. Как же холодно. В этой ванной что-то есть, сейчас посмотрим. Бррр, холодрыга. Ага, вы нашли кубик льда. Может пригодится. Нажмите, держите B, чтобы открыть инвентарь. Ага, нажмите A, чтобы выбрать найденную вами вещь. Понятно. Если вы экипировали вещь, Райс будет взаимодействовать ей с предметами. Попробуйте использовать кубик льда с ванной. Понятно. Обратно я ее не положу. Если вы хотите осмотреть или исследовать предметы и окружение, откройте инвентарь и выберите пустой слот. Понятно. Вот так. А теперь снова пробуйте смотреть ванну. Еще один кубик льда мне не нужен. Понятно. Все, мы второй. Так, тут что? В туалет я не хочу. Ну, хорошо, не хочет. Так. Кухня. Что это была за чертовщина? Тут что есть? Старая плита. Интересно, а где ключ? Должен же быть где-то ключ. Пусто. А если плиту с кубиком льда использовать? Мало ли, вдруг. Интересно, есть ли что-то в этом куске льда? Положу его в духовку. Даже так, надо было его расплавить. Теперь немного подождем. Так, посмотрим. Мы нашли ключ, так и знал. У нас есть ключ. Мне не нужно снова нагревать его, понятно. Все, есть ключ. Можно выйти. Квартира 213. Ванная. А, мы отсюда вышли, да? Тогда мне нужно... Еще дальше стоять. Куда мне нужно? Я забыл, откуда я пришел. Вроде оттуда вот. Да. Человека уже нет. Стойте. Так, куда сейчас возьми подевался труп? Трупа нет. Ладно, давайте дойдем. Сохранюсь на всякий случай. Отлично, я сохранил свой прогресс. Я открыл дверь. Офлайн. Подождите, пожалуйста. Квартира 213, первая комната. Снова этот звук. Как будто слон трубит. Окно заколочено. Точно. Пусто. Тут. Пусто. Квартира 213, вторая комната. Фондовые биржи, экономика, обмены, куча книг про деньги. Пусто. Тут что-то есть. Мы нашли книгу ужасов. Было ничье, стало мое. Так он еще и ворюга мелкий. Так, понятно, куда мне теперь идти? А, можно сюда поставить ту книгу? Наверное. Как же много книг о деньгах. Не думаю, что этой книги место здесь. Тогда, может, вот здесь? Нет, считаю лучше эту книгу себе. Тут нету. Обратно я ее не положу. Так, посмотрю, может, там есть какой-то второй шкафчик. Комната 213, первая комната. Так, оставлю это. Вот тут есть какой-то шкафчик. Да. Книжный шкаф, забитый книгами ужасов. Поставлю эту книгу сюда. Книгу, чтобы использовано. Что такое? Выпала другая книга.
Вы нашли Гроссбух. Кажется, я знаю, куда ее положить. Ну, короче, ходим. Оп. Что стрёмное происходит? Все эти книги про деньги. Эта книга сюда прекрасно впишется. Сейчас глянем. Готово. Ух ты, дверь открыта. Классно. Такие звуки. Квартира 213-3 комната. Ух ты. Сынок, рада тебя видеть. Рада тебя видеть. Рада тебя видеть. Макдейт, Брутон и Мур. Мы слышали, ты вышвырнул ту задолжавшую кошелку. Отлично сработано, сынок. Первое испытание пройдено. Рад это слышать, господа. Хотя миссис Гудвин показалась мне очень приятной, стар... Вздор. 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 Закон всегда справедлив, ты все сделал правильно, сынок. Скоро ты станешь одним из нас. Одним из нас. Одним из нас. Макдейт, Брутон, Мур и Прайс. Отлично звучит. Спасибо, господа. Готов делать серьезные деньги? Деньги. Деньги. Думаю, да. Осталось позаботиться еще о двоих. Взыщи их имущество во имя закона. Во имя закона. Во имя закона. И ты станешь партнером фирмы. Будет сделано. Вот это настрой, сынок. Ступай же. Титики. Танцующие. И с деньгами он. Картина денег. Так. Дверь. И радостно, и горько. Скоро стану партнером фирмы. Но цена тому человечность. Стоит ли оно того? Так, сохранюсь. Отлично, я сохранил свой прогресс. Ух ты. Откуда он тут? Тут еще одна записка. Слон в комнате. Я знаю это выражение. Ух ты, блин, реально слон. Кровавый слон в комнате. Алчность, вина. Гордыня на картинах. Гордыня. Алчность. Унижение. Жадность. Я успел или нет? Ух, кажется, я увлекся. Все было немного не так. Увидев слона, я побежал. Побежал без оглядки. А, все, я не успел. Ну ладно. Да, надо перегнать слона. Он быстрее забежал, в прошлый раз медленнее бежал. Видимо, надо было проиграть, как-то игра это задумывала. Стыд на картинах появляется. Жадность. Ну вот, мы уже немножко оторвались. Но все равно догоняет нас в этой комнате в темноте. Немножко оставалось, видимо. Короче, он еще быстрее побежит. А, нет, успели. Эх, уже утро. Квартира Прайса, спальня. Ну и денек выдался. Я до сих пор паршивый из-за ситуации с миссис Гудвин. Выпью-ка я кофе, чтобы взбодриться. Так, сохраню здесь. Отлично, я сохранил свой прогресс. На этом я, пожалуй, серию завершу. Всем спасибо за внимание и пока.